Тут-то вот смысл для вас, мои чадики. Вы наша жизнь, вы наша гордость. Что лучше, iPhone или мега куча разнообразных игрушек? На iPhone вы покупаете 150 товаров и очень дорогих, или 300 удивительных. Впечатляет сумма? А то. Куда едем? Орион. Дорога одна. Вы это видите. Ну что ж, сейчас к нам подходит новогодняя пора. Разные подарки, игрушки. Вы можете это все купить в магазине «Орион». Тюбинги – это хорошо. Грамотная трасса с мозгами дает вам больше удовольствия. Они легки и тянутся и на себе, и валом в гору. Не проблема. Самость понятий впечатляет. Их много для всех возрастов. А еще со спинкой, и это тоже интересно. В общем, с тюбингами, и для них все это в «Орионе». Ну вот, как раз сейчас мы с вами можем увидеть огромное количество тюбингов. Сейчас зима, вы можете купить это для своего ребенка и в любой момент поехать на какую-нибудь снежную гору и с ним покататься. Этого не должно быть, но это есть. Что это? Это мягкие игрушки, причем в обалденном количестве. Обалденном настолько, что ни в одном магнитогорском магазине этого нет под названием «Совсем». В этом уникальность «Ориона». Игрушки, мягкие игрушки, хоть какие. Вы можете это все найти здесь. Как раз здесь вы можете увидеть огромный раздел мягких игрушек. Здесь могут быть и маленькие мягкие игрушки, и больших размеров. И все это на ваш вкус. Я понимаю, кому правительство должно быть благодарным. В Магнитогорске. Именно «Ориону». Без качества, без количества, без безумных цен. Вот кто вам говорит, плодитесь, как сказал Господь Бог. Сюжет в «Западное Рождество». И все равно и дети, и игрушки в «Орионе» недорогие, учтите. Вот как раз в этом разделе вы можете увидеть множество пластиковых машинок, и там можете увидеть пазлы. Самое главное – это цена. Здесь все дешево, и вы можете увидеть, сколько здесь уже находится людей. Из-за этого, мне кажется, ваш выбор будет очевиден. Конечно, мы с сыном не можем это сделать. Это наш небольшой вклад, но он ведь мой сын. Это малая часть. Размножение, то есть плодитесь, это когда в семье три ребенка и более. И чтобы и третий, и пятый не нагружали игрушками, это есть «Орион». К слову о том, что есть отделение, целиком посвященное нашим девочкам. Все, 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 от и до. И за сумму, и небольшую есть. Максимум удовольствия. И это не для одной девочки. Так что есть интересный смысл в плаждении. Вот как раз и отдел для наших уважаемых девушек. Здесь вы можете найти разные куклы, кухонные наборы и так далее. Самое главное – это цена. Например, вот тот кухонный набор стоит 3500 рублей. И мне кажется, то, что вы в нашем городе дешевле ничего не найдете. Так вот, рано или поздно все мы вырастаем. Вырастает и «Орион». Ну вот посмотрите, сколько здесь разных игрушек. И пистолеты, и легонаборы, хоть что. Но самое главное – это ценники. Если вы думаете, то, что ехать далеко и там будет все дорого, все это не так. Здесь вы можете увидеть вот этот бластер за 350 рублей. Ну это просто халява, как я думаю. Да все что угодно. И для инженеров, и для скульпторов, и для поваров. В общем, все для всех. Вот как раз вы сейчас можете увидеть разнообразие разных настольных игр или, например, вот пластилину. Вы можете это взять с собой в любую поездку и поиграться с этим. Сейчас вы можете увидеть огромное количество людей. Они все выбирают магазин «Орион» из-за низких цен и разнообразия. Удовольствие, а без него никак. Нигде, кроме «Ориона», я не испытывал его. Мне нравятся и новинки, мне нравится чудо. Чудо – это когда за сумму, эквивалентную 10 литрам топлива, вы за 60 рублей приезжаете на маршрутке и привозите в дом настоящую радость. Не верите? Ха, есть интернет, а есть магазин «Орион». Ну вот как раз мы сейчас с вами все посмотрели. Вы можете сами прийти и купить своему ребенку какой-либо подарок. Мне кажется, он будет довольный и будет очень рад своему новогоднему подарку.